Ночь, вагоны, смерть и слезы. Экспозиция в выставочном зале Крымско-Татарского музея посвящена одной теме – 18 мая 44-го. Автор этих работ – Сады Хаджи Селимов. 12 лет он стал свидетелем страшных событий. В ссылке потерял и отца, и мать, а два старших брата погибли на фронте. Все свои воспоминания более 70 лет он хранит на этих холстах. В экспозиции представлено более 30 работ, посвященных памяти жертв геноцида. За их упокой прочитали дуа. Школьники Крымско-Татарской школы имени Шрефа Шимьезаде прочитали стихи о депортации. Здесь внизу в этот арк, не забудешь ты страшный тот май. Опустили по Крыму хибарки, не судьба вам собрать урожай. Картины написаны акварелью. Последний раз их видели здесь 10 лет назад. За это время художник написал новые работы. Это еще один пример трагедии. Многих людей утопили в море, они так и не сумели спастись. Сады Хаджи Селимову сейчас 88 лет. В 91 году вернулся в родное село Ускут, которое тоже изображает в своих работах. Детские воспоминания связаны именно с Ускутом. Они стали основой всего творчества отца. Родное село занимает важное место в его жизни. Любовь к искусству стала делом семейным. Сын и внучка Сады Хаджи Селимова – художники. Выставку «Трагедия судеб» можно посетить до конца июня. Фатиме Сейдаметова, Эльдар Заитов, телеканал «Милет».